Дорога на дачу на первой просеке шла через всю Безымянку, и не только Безымянку. И вот по этой дороге вечером 12 апреля 1961 года двигалась вереница легковых машин в сопровождении автомобилей ГАИ. И в одной из этих машин сейчас сидел человек, который первым увидел Землю из космоса. Петр, я Заря-1, зажигание!